Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Два мощных ритуала осени, которые способствуют достатку, изобилию и процветанию. Осенью природа приобретает особый шарм в красках. И не только внешний вид затрагивает изменения. Видоизменяется сама энергетика пространства. Осенняя пора также еще и хороший оракул. Окружающая природа способна дать человеку весточку и ответить на давно мучающие его вопросы. Задача каждого – распознать их и правильно интерпретировать. А еще осенью можно попросить для себя материального изобилия. А делается это очень просто. Первое – заговор процветания на осенний лист. В осенний период вы можете сделать несложную практику на обогащение. Что потребуется? В фазе роста Луны в любой день – нужно отправиться в парк, наметить для себя симпатичное дерево. Далее придите домой, и этот листок нужно высушить. Когда на улице будет ветреная погода, нужно взять этот листок и пустить по ветру, можно с балкона, со свободной площадки. И вот когда вы будете его пускать, нужно сказать такие слова. «Сухой лист ветру отдаю, достаток в дом зову». Говорим один раз, и этого будет достаточно. И уже с этого момента в жизни будет наступать период особого благополучия. Не упускайте появляющиеся шансы. Вторая практика – это денежный заговор в дождь. В разгар осени часто идут дожди. Вам достаточно просто дождаться, когда пойдет дождь, и смотря на него, нужно сказать такие слова. Как дождь идет, не переставая, так и денежный дождь мой кошелек наполняет. Да будет так. Говорим три раза. Этого будет достаточно. Самое главное дальше – визуализируйте то, как в вашей жизни наступает процветание. Такая практика призвана, чтобы обеспечить финансовую устойчивость и спровоцировать рост достатка. И она работает. Это уже проверено временем.